Если у нас безлюдные технологии, то на следующем рубеже обороны людей нет, там все автоматизировано. На следующем рубеже обороны людей нет, там все автоматизировано. На следующем рубеже. И ты идешь по десятку вот этих вот систем, и ты не можешь найти этих людей. Когда ты добираешься до этих людей, в этот момент оказывается, что им некогда. Более того, если вы представляете, дата-центр какой-нибудь возьмут, да? Это регулярно сейчас бывает. У вас сразу очередь, пара тысяч человек. Кстати, сидит клерк, который, по идее, должен сидеть, пить кофе, все в порядке, да? И тут у него вдруг оказывается пара тысяч человек. И что в этот момент получается? Какие последствия? Проблемы есть всегда, и они всегда происходят вдруг. Ну, будь это смарт-контракты, вот, что угодно. Почему-то считается, что проблем нет. Проблемы есть всегда. Даже когда их штата нет. А если автоматизации вдруг нет, то накапливается очередь, и вручную невозможно ее обработать. Поскольку вы же все автоматизировали, у вас, ну как, у вас экскаватор. Если у вас план как бы копания, а экскаватор поломался, то все, плана нет. И если у вас объем выкопа того, что вы должны выкопать, резко прибывает, то без экскаватора кают. Другой экскаватор вы не сможете перенастроить, потому что за это время очередь будет бесконечна. Значит, если автоматизации вдруг нет, то возникает бардак. То есть потеря конфигурации, требуются нестандартные решения. Требования capacity по учету на фондовых рынках были следующими. Выяснилось, что бардак на фондовых рынках, вот кризис то, что называется, происходил не потому, что цены падали. Рынок, мало ли что, цены падали, это нормально. А почему же эти были черные понедельники, кризисы, люди стреляли первыми? Не потому, что деньги теряли, а потому, что брокеры в тот момент, когда идет кризис, не успевали принимать заказы. Потому что все бросались продавать или покупать. Понятно, да? Все, просто телефоны перегружались. Это первая линия обороны. А брокеры начинали делать заказы на бирже. И сделки наполовину регистрировались, заказы терялись, сделки не проходили. И у вас оказывались незакрытые сделки в больших количествах. То есть терялась конфигурация вообще системы. Когда конфигурация системы потеряна, непонятно, что делать. Начинаем вспоминать ситуации, когда конфигурация системы вдруг неуправляемо меняется. Ситуация с DAO. Первое, что вы ищете людей. Второе, что вы находите, что все уплывает. Деньги, состояние. Вот. А люди соображают медленно. Это же не компьютер, он же не за микросекунду работает. Кроме того, у людей нет полномочий работать, потому что если у вас в систему встроено достаточно контуров безопасности, то все контуры безопасности будут работать против вашего вмешательства. Получается следующее, если у вас в системе будет бардак, который будет всегда, и вы сделали систему абсолютно безопасной, то она не пустит вас ее починить. Что вы, собственно, и наблюдаете? Чего как бы не хватает обычно? Почему вот этого нет? Ну как? Есть проектные аварии, которые предусмотрены проектной, мы знаем, что если ФОП, Алиса и кто-то туда влез, вот Чарли там. Вот, все будет очень плохо, да, мы аккуратно предотвращаем, доказываем теоремы. А если это Марфа и Дмитрий, которых не было вот среди Боба Чарли, когда мы все это делали, они как-то влезают, и еще пара цунами, разрыв кабеля, и еще кто-то. Тогда каюк. Вопрос, что вы делаете в этом случае? Когда у вас запроектная. Ну, речь идет о вот то, что резилиенс называется, современный инженерный дизайн, он говорит следующее, что вы должны понимать, что все системы грохаются, но когда ваша система грохнулась, она должна, ну как-то там, вот автомобиль, если у него три колеса прокололись, то, конечно, он не будет 240 км в час, но на одном колесе до заправки он должен как-то до станции дотянуть, ну если двигатель. Если двигатель не работает, ну как-то все равно вот должен дотянуть резилиент системы, которые не работающие должны работать. Как определяется, вот, что такое резилиент?
Ну, это те, которые умеют сохранять работоспособность, даже когда происходит то, что ты не учел при проектировании. Что это означает? Это означает, что мы должны при работе понимать, что есть какие-то вещи, которые не учитываются при проектировании. В автоматизированных системах они происходят всегда. И вот этот неучет, это означает, что должны быть какие-то понятные способы исправления человеками ситуации. Все же, что мы видим в финтехе, мы видим, что мы должны, наоборот, исключить человека, защититься от вмешательства лишних людей. И когда что-то происходит, в этот момент начинается кризис на рынке, кризис там, кризис сям. То есть, с моей точки зрения, абсолютно плановый кризис. Я вот сидел, как бы каждый раз улыбался, я говорю, я вот почему в это все не играю. А там непонятно, вот там людей нет, избавляются от людей. Я говорю, ну а если что произойдет, что в этот момент будет? В этот момент будет вот то самое, что на фондовом рынке. Потеря состояния, там того сего. Мне говорят, да, ну это же как бы штатный режим, это риски. Я говорю, риски, ну как? Запланированный такой вот риск, это не риск, это штатная ситуация, я ее ожидаю. Ну вот так, собственно, оно и происходило. И ситуации такие решаются с присутствием людей, люди появляются, убирают этот бардак. Вот, если бы об этом сразу договаривались. И совсем без людей автоматические системы не получается делать ровно потому, что всегда что-то происходит. Понятно, да? Как же об этом думать? Кстати, а вот если автоматизации вдруг нет, персонал обычно не знает, как вести обработку вручную. Вот, когда вы приходите куда-то обрабатывать свои данные, сколько раз вы уже слышали, что я бы с удовольствием решила ваши проблемы, решил ваши проблемы, но компьютер не позволяет решить. Это как раз вот защита. Вступили на этот процесс. Дальше у вас по всем шагам процесса, хотите вы, не хотите, как через пропустого ложа проведут, а вы всегда... Вы всегда не можете это запрограммировать правильно. Вот. И главное, кто оплачивает это время? Ну, никто не оплачивает, потому что это вдруг. Вот, сметишь, не было? Значит, вот это вот важное. Это если есть страховые фонды на непредвиденные вещи, но обычно случается то, что как бы не работает в страховых фондах. Какая-нибудь ситуация с самим страховым фондом. Да, пожалуйста. Ну, смотрите, ведь на самом деле автоматизация, она происходит из-за того, чтобы предотвратить именно вмешательство человека не тогда, когда происходит нештатная ситуация, а для того, чтобы он и если ее не сделать, да, там, защиту, то будут, скажем, вредные вмешательства, осознанные вредные. Да. Смотрите. И это системно тоже. Значит, такой же это вопрос, системно, вопрос это рисков системно, и вопрос реальности. Ненавижу безопасников. Почему? Они никогда мне не помогают. Каждый раз, когда вмешивается служба безопасности, первое, на нее уходят все средства, которые доступны. Вообще все, потому что ее никогда не бывает мало. Я сейчас как бы первая часть. То есть, когда приходят безопасники, все становится неоправданно дорого. Они борются там за каждую долю процента. Но, значит, это не то, за что я сильно ненавижу. Потому что, ну, я готов отказываться. Есть вещи, от которых я не могу откупиться. Когда приходят безопасники, этими системами нельзя потом пользоваться. Почему? Вот чем более безопасна система, тем больше ей нельзя пользоваться. Потому что самая безопасная система, к которой ты не пришел, как бы людей к ней не пускают, людей нет, фух, слава богу, и компьютеров не пускают. То есть она вот такая закрыта, рог вырыт. Черная стена. Почему? Ну как, я пришел на работу. Если работа полностью безопасна, то я, чтобы просто пройти туда, я должен оставить компьютер, оставить телефон, раздеться полностью, меня промоют изнутри, я туда зайду, выдохну. Далее меня 8 раз будут сканировать каждый глаз, пустят только тех, кого надо. Да, и я дальше буду вести совещание. У меня киберпсихика, не-не-не-не-не-не-не, только как бы вот серое вещество, и то мы еще посмотрим, и там, если можно, часть воспоминаний ты оставишь туда. Помните эти секретные тетрадки, которые надо вот ты пишешь, записи делаешь, а потом ты не можешь их понести домой и подумать. Ты их должен оставить там. Ну, я говорю, о, есть люди, которые портят жизнь систематически.
Не, ну, как только я вижу безопасность, их посылаю нафиг и работаю. Почему? А если что-то произойдет, я говорю, если что-то произойдет, мы договоримся, способы купирования есть. Ежели что-то произойдет в системе, которая считается безопасной, то, как правило, разобраться с этим невозможно. Потому что оно же безопасно, у меня нет ни процедур. Я вообще не готов к этому всему, что вот будет происходить при прорыве безопасности. Ну, почему же? То есть, потому что по Нептуну невозможно знать. Потому. Мне плевать, что думают об этом сами безопасники, я же потребитель. Я говорю, это неудобно, страшно. Да. Дело не так, что безопасность была незаметна. Но она же заметна, ты же через нее продираешься каждый раз. Ну, это самый безопасный баланс. Софт, это ты в него не попадаешь. Ну да, всегда баланс между безопасностью и... Баланс. Да, я тоже... Который губит бизнес. Баланс. Да. Вот, представьте, полная комната сидит людей, которые работают как бы с безопасностью. Баланс между кем и кем? Где вы видите? Ну, либо очень дорого, либо... Между стоимостью и системой безопасности. Когда собираются люди, спрос предложения, безопасности, я вообще не понимаю, о каком балансе они говорят. Нет такого. Слово баланс отсутствует по принципу. Потому что баланса нет. Все, баланс должен бизнес соблюдать, безопасность не должна стоить дороже, чем потенциальные будут потери от того, что безопасность будет дороже. Безопасность может стоить одну копейку, потому что не пустить кого-то куда-то, это очень дешево. Я как человек, насколько я понимаю, в России особая ситуация с безопасностью, и мозги поэтому, знаете, такой... Только советской паранойи осталось. Да, я сюда переписали мой паспорт, я сюда проходил. Вот просто зайти в дом, с меня переписали паспорт. Кто я, что я, да? Я же тут... Ограда есть вообще везде. Это не так вот, как вот в странах, где есть доверие. Вообще так. Я хожу, я никуда попасть вовремя не могу. Всегда остановки, всегда вот, нахождение. Вы в Лукойл когда проходили на переговоры? Пока не бывали. О! Куда? Лукойл. Лукойл. О, да. О, да, да. Вот вы бы и я бы уже туда не прошли. Сделали. Мало того, что ты там компьютеры оставляешь, вообще все оставляешь. Последний раз мне заявили, что я как бы это, не во фраке. Весь контроль. Почему? Ну, небезопасно выглядит. И за ручку вывели из здания еще. Нет, слава богу, за ручку не вывели. Посмотрели, сказали, вот так поглядели, сказали, ну ладно. Нет, обратно из комнаты. А, да, еще такое может быть. Ну это в Франции, я в цифрах тоже. Ну да, и везде вот такое. Я говорю, вот мы живем в такой, и когда я попадаю в район финтеха, я понимаю, что там примерно все такое же. Причем вы же понимаете, что дурят эти системы совершенно по другим линиям. Более того, тщательно эксплуатируя ровно вот это. То есть они ожидают, когда тебя возьмут за руку, выведут, потому что это же все понятно, что делается. Очень же понятно все эти. Поэтому я бы считал, что надо считать, ну как бы каждый раз надо прикидывать, что там происходит в нештатных ситуациях. И как люди могут эту ситуацию исправить. А мышление безопасников наоборот, поскольку люди могут исправить, они же не думают о том, как люди могут исправить. Там же есть ремонтопригодные системы, ну, вот, все эти maintainability. Ремонтопригодность, надежность, все. А мы думаем только наоборот о надежности и наоборот, чтобы ремонтировать не надо было, чтобы все время само работало. Не получится. Думать надо разным. Итак, система продумывается. На протяжении всего жизненного цикла. То есть системное мышление начинает помогать. То есть от замысла до вывода из эксплуатации. Обратите внимание, это означает, что когда я думаю о всяких там DAO, я не должен думать только о том моменте, когда DAO работает. Я должен автоматом включать свое размышление, то, когда я DAO создаю, то, когда она поломалась, я ее чиню, то, как я его выложу, там, закрываю, если что произошло. Ну, то есть то, что происходит за пределами эксплуатации. Что, в общем, редко, потому что мы делаем систему, которую кнопку нажал, не заработаем. Например, еще приводим интернет, гляньте, там один раз кнопку нажали, и вот он работает, никогда не останавливается. Хорошо мне вот так вот говорить, что интернет в мире вот так работает, никогда не останавливается. До того момента, когда он не остановится в моем доме. Да? Что я в этот момент делаю? Давайте я буду звонить провайдеру. Звоню провайдеру.
То есть я не бью по, как это, кулаками по коробочке роутера, который у меня дома, да? Ну, сначала вилку. Я ищу человека, с которым можно поговорить. То есть я могу, конечно, сходить на сайт и увидеть, что там какие-нибудь работы. Но, скорее всего, я там ничего не увижу, да, на сайте в этот момент. Мне очень захочется с кем-нибудь поговорить. С кем я могу поговорить? Правильно. Я ищу ответственного за то, что там что-то работает. Обычно нет. Далее. Относится ли это к времени эксплуатации этого самого интернета? Нет, не относится, потому что это относится к времени, когда интернет не работает. То есть я хочу что-то делать с системой, когда системы по факту нет. То есть мне интересно DAO не в тот момент, когда оно работает и все там хорошо. Мне интересно как раз вот найти кого-то там, когда там все плохо. Смотрите, ровно наоборот, да? А, собственно, это же и происходило. Опять же, бежим Виталика искать. Кроме Виталика еще разные другие люди показывают свое мнение. Вот. И все равно пришлось разруливаться с людьми, потому что ну, на кону большие суммы, а другие говорили, нет, вы же сказали, что без людей. Значит, без людей должно быть, а деньги мои. Ну, альтернативная позиция, примерно так же. А какой правильный вариант? Смотрите, я же не даю ответов. Я говорю направление мысли, по которому вы можете думать. Так ты, ну, как бы, да, но... По крайней мере, включать вот этот вот инженерный режим, когда вы думаете о системах не только на одной стадии жизненного цикла, но и на всех, и понимаете, что всегда рассматриваются две системы. Значит, для каждого софтового проекта важно, что делают люди. И всегда, когда речь идет о софтовом проекте, я говорю, что всегда есть часть с людьми. И надо рассматривать их ситуации. Не просто как там стейкхолдеры, а большие куски их деятельности. Вот. И целевая система автоматизации обычно включает деятельность людей, включая систему. Система только подсистема вот этой вот целевой. Вот ваша система автоматизации подсистема той системы деятельности, которую вы автоматизируете. Это означает, что надо рассматривать стейкхолдеров. И поскольку у них длительная деятельность, надо смотреть, что будет, когда ваша система заработала, когда ваша система не работает, что происходит с деятельностью вот в эти моменты, крайние точки. Да? Ну, почему у людей обычно всякие транзишн периоды, вот как стадия жизненного цикла, когда вы что-то вводите в эксплуатацию. То есть это особые периоды, которые надо всегда рассматривать, в которых есть люди. И, как правило, там совершенно другие люди. Так, а все-таки вопрос. То есть система спроектирована, она как-то работает. Оказалось, что она работает неправильно с точки зрения того, нет, кто им пользуется. Нет, у вас уже вот сходу, вот прямо сходу вот не современная инженерия. Значит, в современной инженерии у вас нет ситуации, когда система спроектирована, потому что это наследие процесс. Древних железных времен. Процесс. Когда вы автомобиль спроектировали, сделали. Я очень советую всегда думать, вот я когда примеры приводил, вот как вот на новый вот мысли. У вас вот Windows 10, это последняя версия Windows. Она никогда не бывает в состоянии спроектирована. Или вот Google раньше я приводил пример, когда он вечный бета был. Да? Google снял с тебя бету, уже нехороший пример, да? Но это ход был промежуточный. Они говорили, что она всегда вот будет проектироваться. И никогда нет. Но потом выяснилось, ну как, уже там 15 лет проектируется, а когда работает? Никто уже не верит. Да? Они сняли себя, когда на IPO вышли просто. Да, дело не в этом. Просто вроде неприлично говорить, уже давно ты в сервисе, а ты я бета, вот, ну как, неприлично. А Microsoft сделал следующий шаг. Он сказал, я не бета, я как бы Windows 10, настоящая, моя. И потом Windows 10, но другая, и потом Windows 10, но третья. Там меняется только цвета плашек, все, какие-то большие релизы. А дальше что будет? А дальше все, говорит, Windows 10. Это означает, что у вас система сразу никогда не будет в состоянии до конца спроектировать. Она всегда будет меняться, то есть ее нельзя спроектировать, запустить. Интернет то же самое, там регулярно какие-то уровни протокола меняются. Ну, вот смотрите, вот запускаем космический аппарат. Вот в момент да. Нажатия кнопки пуск, она спроектирована и она вышла в релиз. Да.
Все, мы дальше не имеем на нее влияния. Биткоин спроектировали. Космический аппарат — это вот вершина как раз вот системной инженерии. А чем отличается написание программного кода? Я вот как раз вот директор по исследованиям русского отделения инкода. Значит, они выпустили Vision 2025. То есть какая системная инженерия будет в 2025 году? И они сказали, что, ну, конечно, вот эти software intensive, когда у вас есть космический корабль, и он весь из софта, и вот он запускается на орбиту, это вот была вершина, вот аэрокосмос, вершина нашей инженерии. А дальше что? Network intensive. А дальше? А дальше вот те самые там люди появляются. Enterprise — это еще круче, потому что network intensive, ты просто не очень соображаешь, кто к тебе подключился к сети, кто выключился, и у тебя уже нет структуры системы. Ну, у тебя протокол как бы узлов через сеть, да? Протокол ты понимаешь, а вот кто у тебя в сети, кто отвалился, ты не можешь так сказать. А дальше что? А дальше люди. Потому что когда человек подключается к делу, ты вообще не можешь сказать, кто подключился. Он же играет разные роли. Там мы не можем. Гамлет подключился или Офелия в данный момент. Мы же не можем это заранее. Поэтому это в процессе. Но если мы говорим, что вот система спроектирована взаимодействием между людьми, то есть от одного к другому передается некоторый там набор байтов. Если оно передается, оно работает, да? Ошибка может быть в том, что восприятие человека оказалось, что типа не работает. То же самое с DAO. DAO, оно работает. За DAO. Мой тезис в том, что нельзя систему закрыть и сказать, что она вот сделана. Должно быть четко понятно, как ты меняешь версии системы с самого начала. Это с точки зрения человека. Но в данном случае блокчейн, он запись сделана, выполнена, все. У меня следующий пункт про то, что там людей-то нет, мы должны работать вообще с агентом. Это без разницы. У меня там софт, человек. Но если они субъекты, то там, ну как бы. Субъекты, да, я и говорю, что это означает, что там все время происходит. Не, а конкретно про ZDAO все-таки было правильно то, что код исполнился, или было правильно то, что люди откатили? Ну, было то есть люди говорили. Было неправильно проектировать такую систему, которая как космический корабль должна была взлететь, и далее непогрешимо быть до самого конца. То есть у тебя протокол там вот исправления ошибок, вот такие дурацкие, что смарт-контракт. То есть это была ошибка. Она если у тебя есть системы код любой, то в коде всегда на одну ошибку больше, чем ты думаешь. Просто некоторые это утверждают, что ошибок нету, потому что код выполнился верно. То есть он был написан, он выполнился. Где ошибка-то? Ошибка в самой системе. Ошибка в человеке. Человек ошибся. Это как у психологов. Пошел к психологу, писается по ночам, ошибка. Вышел от психолога. Ты как бы писаешься по ночам, писаешь, но теперь я этим горжусь. Да. Ребята, вы когда рассказываете вот про DAO... Так это восприятие человека. На то, что я сходил к психологу. Крадут ли у вас деньги? Крадут, но теперь я этим горжусь, потому что мы вот за ценой не стоим, зато принципы наши... Зато автоматизировано DOT. Я говорю, ребята, у инженеров это как бы вообще... Вы представляете, там, сделать систему, залить эпоксидкой и сказать, что... И все будет чики-пики. Ну там вообще-то, да, когда стащили, может быть, намеренно оставили этот баг, мы посмотрели с ребятами контракт. Еще раз. Да мне плевать на DAO. Для меня это лишь типичный пример, потому что это общий способ мыслить тусовки всей. Она не системно-инженерная. У программных инженеров иногда вот они выбегают вперед системы, а иногда как бы не догоняют. Можно все-таки. Здесь есть два принципиальных. Это ZDAO как субъект. И с его точки зрения все нормально, все выполнилось идеально. И люди как субъекты, которые используют этот инструмент. Инструмент сломался. Да не инструмент сломался. Какой субъект. Там, какой там субъект? Есть ракета, и она считает, что у нее все нормально. Да. Просто вот смотри, когда, то есть, считает, что у нее все нормально. Она выпущена. Вот мы ребенка родили, да, выпустили в свет, и он заживет своей жизнью. Ну, мы можем сказать, типа, он плохой родился, ну и убить его. То же самое с ZDAO, но он существует, как бы, оно живет. Нет, и вот агенты — это продолжение. Смотри, как ты следующий просто, этап. Ты каждый раз возвращаешься, вот ты пытаешься Анатолия на свой уровень опустить. Объясни, почему. Рожать детей, не имея возможности их лечить. Вот знаете, есть секты, которые просто у них нет концепции лечения. Вот как Бог породил, так оно и должно быть.
как-то мне это не нравится. Ну это естественный отбор, кстати, в чистом виде, так что... Естественно, отбор, я вышли, вот, да. Когда дело будет идти о вашем ребенке, я приду к вам, буду говорить, естественный отбор, вот, это что-то все-таки не то. Нет, я бы хотел, чтобы то, что я родил, я бы имел возможность исправить. Идеально, да, но... Так, а что идеально? Почему идеально? Так, это система. Как идеально? Оно так идеально. Я начну искать человека, который тут проверит. Ребенка можете исправлять до там, определенного возраста. В смысле, если ребенок заболел... Да, пока в релиз не вышел, то есть пока бета-версия до 18 лет. Дальше сознательно и себя сам еще можно. А ему будут говорить, нет, ты не имеешь права идти к врачу, ты как бы естественный отбор, если ты дохлый, то и дохни. Нет, это вы сейчас дискуссионно развернули. Да, это не дискуссионно, это ровно то же самое. Да. Я говорю, что, ребята, вы понимаете, я говорю, что всегда что-то случается. Да. Далее, система безопасности. Нас ограждают от того, чтобы кто-то пошел и исправил ситуацию. Потому что с точки зрения системы безопасности, вы же понимаете, это нарушить вот конструкцию. Я не дам исправить, потому что вот то, что там вот рак, это как бы вот предусмотрено дизайном, поэтому не пущу тебя лечить. И вообще, кто ты такой, потому что вот родил, все, ты теперь такой же клиент, как все. Значит, это не работает. В open source проектах, как вы понимаете, есть иногда беневолент диктатор, и эти проекты чаще выживают, чем там, где этого диктатора нет. То есть там, где вот линия собственности какая-то остается. И тем самым я говорю, что обязательно надо включать жизненный цикл, то есть как делают систему, разрушающую систему, надо включать рассмотрение. Точно так же, как и целевую. То есть нельзя не рассматривать тех людей, которые делают целевую систему, не смотреть, как они связаны. Потому что возникает очень много интересных вопросов. Вот атомная станция, разработанная, заказчику передал, да. Что передал? Информационные модели передал? Нет, чертежи передал. А информационные модели, это все равно как фотографии передал, а сам оставил на своих серверах. Вопрос, а мне надо.